Suhbatimiz mehmonlar uchun mo'ljallangan. Mana shunday ikki qavatli avtobusda haligacha o'zim sayohat qilib ko'rmagandim Toshkent bo'ylab, lekin Uzmobile kompaniyasi aynan mana shunday imkoniyatni bizga taqdim etdi bayram arafasida. Sohada amalga oshirilayotgan o'zgarishlar bilan tanishish uchun biz hozir belgilangan nuqtaga aynan mana shu avtobusda boramiz. Buncha yaxshi bo'lmasang, buncha yaxshi bo'lmasang. Сегодняшняя цель нашей встречи, нашего мероприятия в том, чтобы показать, как развивается сеть Uzmobile как в городах, так и в регионах нашей столицы. Hozir biz Hasanboy mahalla markaziga yetib keldik. Aynan mana shu ikki qavatli avtobusda va ko'ramiz bu yerdagi Uzmobile kompaniyasining mana bunday antennalari qanday faoliyat yuritayotgani bilan hoziroq tanishamiz. Ketdik. Это хороший пример, когда Махалинский комитет понимает, что все дома, все жители тоже нуждаются в хорошей качественной связи. Ko'pchilikda tug'ilayotgan savol: bazaviy stansiyalarga o'rnatilayotgan antennalarning inson salomatligiga ta'siri qanday? Облучение дает любая антенна, все зависит от уровня облучения. В Узбекистане данный показатель определен в 2,5 микроватт на квадратный сантиметр. Для сравнения, во многих странах СНГ равняется 25 микроваттам на квадратный сантиметр. США и Скандинавии этот показатель на уровне 100 микроватт. Любое оборудование, которое завозится в Узбекистан и устанавливается здесь, оно проходит жесткие требования по стандартизации и сертификации. Сегодня в Узбекистане 55% живут в городах. Естественно, антенн мы ставим тоже плотно. И естественно, если чем чаще стоят антенны, тем меньше нужно сигнал от телефона, а не антенна поражает человека, а именно телефон, излучение самого смартфона влияет именно на мозг человека. Press-turdan so'ng Uzmobile kompaniyasi ommaviy axborot vositalari xodimlarini yaqinlashayotgan mustaqillik ayyomi bilan qutlab, yaqin hamkorlariga tashakkurnomalarni taqdim etdi. Albatta, ular qatorida mening yurtim telekanali ham bor. Известные люди. Он еще и блогер очень известный, да. Вам, Катар Ахмат, огромное спасибо.